Здравствуйте, друзья! Сейчас время весна и период нерестового запрета. Что же делать увлекающимся спиннингом рыболову? Есть такой выход, это платные пруды. В частности, сейчас можно половить форель и любого другого хищника. Но вот сегодня мы находимся на платном водоеме, где есть форель. В Японии уже давно, относительно давно, порядка лет 30, развито такое направление, как ария-ловля. Именно ловля форели на платных прудах. Мода на данную ловлю приходит и в нашу страну. И, конечно, можно ловить ту же самую форель и обычными спиннингами, но гораздо интереснее это делать снастями, которые разработаны специально для этого. Остановимся немного подробнее. Начнем со спиннинга. Спиннинги используются очень легкие. Тест у таких спиннингов где-то находится на пределах 4-3 грамма. Строй спиннинга у таких палок мягкий. То есть это позволяет не только забрасывать приманку, которая весит иногда 1 грамм и меньше, но и успешно вывести форель. Так как форель у нас девушка такая достаточно бойкая, и такой вот именно строй спиннинга позволяет не дать ей сойти во время вываживания. Кроме удилищ, есть специфика в леске. Опять же, можно использовать и обычные плетеные шнуры, но так как мы используем легкие приманки, для этого разработаны специальные мягкие шнуры. Ловим мы в тепличных условиях. Как бы здесь нет такого жесткого коряжника, камней, еще чего-то, травы, куда может уйти рыба. Поэтому применяются достаточно тонкие мягкие шнуры, они не сбивают работу приманки. Также применяются лески. В основном большая часть рыболовов использует лески, которые занимаются ловлей форели. Так как монофильная леска, опять же, сглаживает рывки и не дает рыбе сойти. Цвета лесок бывают разные, но чаще всего используются яркие флуоресцентные цвета, потому что по ним легко контролировать проводку приманки и где она находится в данный момент. Также видно микропоклевки, когда ты не видишь это, не чувствуешь это спиннингом, по вздрагиванию лески это можно заметить. Отличительной чертой таких лесок и плетеных шнуров является наличие вот такой вот надписи «Ария». Это как раз шнуры, предназначенные для ловли форели на платных водоемах. Можно использовать и флюорокарбон, но флюорокарбон обладает своей жесткостью. И если вы используете флюорокарбон, то его надо также выбирать как можно мягче. Есть специальные флюорокарбоны, которые, опять же, имеют вот такое вот обозначение «Ария». Конечно, и у лески, у шнура и у флюорокарбона есть свои плюсы и минусы. И это уже надо будет решить вам самим, что использовать. То есть, если плетеный шнур, мы получаем большую чувствительность, но некую большую парусность в воде. Монофильная леска, она растягивается при вываживании, но мы теряем в чувствительности. Также флюорокарбон, он повышает чувствительность, но опять же материал жесткий, я уже об этом говорил, его надо выбирать как можно мягче. Так как снасть у нас легкая, используется, применяются достаточно легкие катушки. Вес таких катушек 160-170 грамм. Классикой ловли форели является колеблющиеся блесна. Размер их небольшой. Они от 0,5-0,6 грамма, где-то грамм до 3-4, но это в зависимости, опять же, от условий и применяемых снастей. Основная масса это где-то находится в районе 2-2,5 граммов, 3, опять же, в зависимости от водоема и от уровня проводки, где вы хотите провести свою блесну. Их великое множество, очень много цветов, от самых ярких, фантазийных, до нейтральных, скажем так, натуральной расцветки. Еще одной часто применяемой приманкой является воблер. Это кренки, либо воблера мину. Также расцветки от фантазийных до натуральных, которых под жучков, глубину
проводки. Опять же, смотрим по водоему. Опускаемся либо сверху вниз, ищем рыбу, уровень, на котором стоит рыба. Также можно использовать съедобную резину, всяких мелких рачков, нимфочек. Обычно на небольшой головке, это в районе грамма, двух, вот используется такая небольшая компактная приманка. Итак, мы собрали снасть, удилище у меня до 3 грамм, лесочка 0,14. Мы посмотрим, как это удилище справится с форелью. Так, леска 0,14, удилище до 3 грамм, вот такая вот форель спокойно была выведена и доставила массу удовольствия.
дорогие друзья, ловите рыбу, делайте это красиво. Оставайтесь с нами. С вами был Алексей Парусов. До встречи на нашем канале. До новых встреч.